Сэр, это самое щекотливое задание, которое я когда-либо выполнял. Да. Но и самое высокооплачиваемое. Согласен. То есть вы берете за работу? Я не могу игнорировать деньги, которые мне предложили. Меня не интересуют эмоциональные аспекты. Меня интересует результат. Вы готовы его гарантировать? С Божьей помощью. Несомненно, с Божьей помощью. Я буду молиться за успех. Но работу выполнять вам и вашим людям. Вы помните об условии? Исполнитель должен быть русским. Конечно. Исполнителя я уже нашел. Да? Быстро. В России это не проблема. Бедная Россия. Надеюсь, он обладает высокой квалификацией для столь щекотливого задания. Он лучше в своем деле. Что же, тогда удачи. Хорошо. Мишенька, надо срочно что-то делать. Они ничем не могут ему помочь. Катюш, ну успокойся, пожалуйста. Они делают все, что возможно. Они ничего не делают. Сейчас. Доктор! Секундочку. Вы понимаете, это единственный племянник. Да-да, конечно. Я понимаю. Но, к сожалению, порадовать вас ничем не смогу. Мы делаем все, что возможно. Но для того, чтобы лечить, надо понимать, что лечить, а мы не понимаем. Мы связывались с Москвой, с ведущими институтами. Но у вас ведь нетипичный случай. Безусловно, будем бороться. Но обнадеживать вас я бы не стал. Его надо отнести к иконе. К какой иконе? Божьей Матери Знамени. Эта икона помогла Серафиму Саровскому, когда он был ребенком и тяжело болел. Ты думаешь, ему это тоже поможет? В крестный ход мать понесла его к этой иконе, и он исцелился. А до этого он угасал так же, как и Сашенька. И никто не мог ему помочь. Эх, сестренка моя, сестренка. Я прошу тебя. Ну ничего, ничего, ничего. На Бога надейся, а сам не плашай. Мы его в Москву привезем. Я у генерала откуда возьму, и через пару-тройку дней поедем. Ладно. Пуля, я слышал, ты в теплых краях сладко поживаешь. Зачем приехал? Ты ведь в розыске. Да, был. Все улажено. Поздравляю. Что от меня хочешь? Заказ у меня очень деликатный. Не всякому предложишь. Я тебя слушаю, Ваня. Иконку надо в одной церквушке тиснуть. Ваня, ты что, прицел больше не различаешь? Иконы. Это же не твой калибр. За эту 5 миллионов евро дают. Нет, Ваня. Почему? Вы, христиане, сами у себя иконы крадите. Нас не впутывайте. Хасан, у тебя же целая сеть черных антикваров. Они что, иконами не торгуют? Торгуют, но не такими. Ну смотри, Хасан, если на пути моем встанешь. Ваня, я сказал, мое слово кремень. Совет тебе. К библиотекарю и к фигуре не ходи. Зря подметки сотрешь, откажешь. Уже ходила. Черт.
черт, сговорились они все, что ли? Ладно, сам справлюсь. Значит, ты появился в 11. Ну да. Понятно. Привет. Привет, Миша. Здравия желаю. Здравствуйте. Что пропало? Рассказывайте. Так, 4 иконы, все золото, которое жертвовали. Да, серебряное кадило. Так, дальше. А самое главное, икона знамения. Миш, взгляни, хорошо, Васюк понял. Уже чего? Нарыл что-то. Ага, ты зафиксируй это все. Ну, чем порадуешь? Да ничем ищем. Здесь вообще у них не стена, а бутафория какая-то. И вор об этом знал. Во, ими он замок и перекусил. Мы их под крыльцом нашли. Угу. Потом прошел через кладовку в трапезной, выбил здесь кусок фанеры и перепилил решетку. Похоже, вор из своих был. Похоже. Пойду-ка я с батюшкой побеседую. Давай. Я к ребятам. Давай, дуй. Слав, с тебя рапорт. То же самое, да? Народ, что происходит? Да церковь оборовали. Спасибо. Да. Алло. Ну что, отлично сработано. Сегодня в 5 вы можете получить все деньги. С превеликим удовольствием. Но есть один нюанс. Это какой? Меня опередили. А, добрались наконец. Здорово, Андрюх. Здорово. Ну что тут у вас? Украли какие-то иконы. Я вот только не пойму, зачем им моя группа понадобилась? Ну, знаешь, моих ребят-криминалистов в таком количестве тоже не на каждую кражу вызывают. А тут такое дело. Видимо, украли что-то важное. Генерал приказал. Наследить-то успели? А как ты думаешь? Собор ограбили ночью, а нас вызвали только к полудню. Вещдоки есть? Сколько хочешь. Пила, клещи, ножовки. В общем, полный набор. Сплошные следы и улики. Давай, иди знакомься, потому что утром генерал нас ждет уже сочинение. Ах, погода-то какая! Плакали мои выходные. Я тоже хотел отгулы просить. Давай. Давай, действуй. Здравствуйте. Здравствуйте. А я вас искал. Это вы, майор Калаев из УГРО? Я. Генерал говорил, что вы хороший сыщик и будете расследовать кражу. Ну, раз генерал так сказал, значит, так оно и есть. А что украли, вы знаете? Ну, что обычно воруют в церквях? Полагаю, иконы. Понимаете, майор, это не просто иконы украли. Среди них икона Божьей Матери – знамение. Ее еще Курской коренной называют. Без нее крестный ход не состоится. Как вы сказали, называется? Знамение. Ого. Вот оно в чем дело. Вы уж, майор, постарайтесь. Я постараюсь. А вы, батюшка, напишите мне, пожалуйста, список всех людей, которые работали в храме за последний год. Подробно. Я думаю, вор действовал в одиночку. Каморка там маленькая, не развернешься, а товар не громоздкий. Икона знамения, еще 4 иконы в серебряных окладах, кадила и какая-то мелочь. Так что вполне мог справиться один. Теперь, из всех, кто работал при храме за последний год, есть любопытные. Я отобрал 12 человек, буду разговаривать с батюшкой, а пока послал запрос. Если проверка даст судимых, это зацепка. Ну а что же, сторож? Усыпили. В чайнике вместе с заваркой обнаружено снотворное. Но это уже к экспертам. Снотворное, обыкновенный феназепам,
Что касается орудия взлома, то отпечатков нет. Все стер. Нашли, правда, несколько волокон от перчаток на срезе фанеры. Но это пока все. Что касается возможных примет преступника. Правша, среднего роста, обут в кроссовке. Про кроссовки ты откуда знаешь, Пинкертон? Он там в пятнышко сосновой смолы вляпался. След четкий, смола на кроссовке надолго останется. Я думал, ты сразу и фамилию назовешь. Нет, Мишаня, фамилия это по твоей части. Все. Так точно. Ну, а теперь, ребятки, я вам вот что скажу. Среди 5 похищенных икон есть одна, которую называют есть человек, который вам все объяснит. Иволгина Светлана Сергеевна, эксперт по древнерусской иконописи. Здравствуйте. Икона эта называется «Одигитрия русского рассеяния», ну или, другими словами, «Курская коренная икона Божией Матери Знамени». Сама икона находится сейчас в Нью-Йорке, в православном храме при синоде зарубежной православной церкви. Ну а у нас в Курске находится ее икона-список, то есть копия. Светлана Сергеевна, здесь надо расставить кое-какие акценты. Запоминайте, сыщики, знамение – это не просто православная святыня. В настоящее время она объект международной политики. Это во-первых. Во-вторых, без иконы не состоится крестный ход. Я правильно говорю, Светлана Сергеевна? Ну, в общих чертах, да. Вот. Ну, а теперь, как говорится, прикинь, солдат, где Москва, а где Багдад? Что будет, если все западные журналисты, да и наши тоже, начнут вопить в один голос, что, дескать, Россия не способна сберечь православные святыни, вы догадываетесь. Поэтому икону необходимо вернуть. И как можно скорее. Мне звонил министр. Дело находится на контроле у президента. И на все про все у вас времени. Только до крестного хода. То есть 40 дней. Вопросы есть? Правильно. Вопросов нет. Все свободные. Светлана Сергеевна, вы поступаете в распоряжение майора Калаева. Докладывать мне в любое время дня и ночи. Особенно, если появятся какие-то данные о преступной группировке. Вы уверены, что ваш исполнитель не подставлен вам русскими? Нет, он многих убивал. Таких в контрразведке не держат. Согласен. Русские щепетильны. Вы ведь тоже русский? Я родился во Франции, учился в Германии, а сейчас работаю там, где больше платят. Что же получается, что кража иконы – это случайность? Найдите мне ее, поверьте, это в ваших же интересах. Мы ее найдем. И еще. Я хочу поручить вам дополнительную задачу. Я к вашим услугам. Хорошо. Я только не понимаю, из-за чего столько крика, если оригинал находится в Нью-Йорке, а пропала всего лишь копия? Что значит копия? А как вы можете так говорить? Это не копия, а список. Он так сделан, что их вообще друг от друга отличить невозможно. Чтобы их не перепутать, специально отщепили кусочек от оригинала и вложили в серебряный оклад наши иконы. Светлана Сергеевна, а икона действительно чудотворная? Вне всякого сомнения. Угу. Вы всерьез в это верите? Верю. Вот, почитайте на досуге. Не доску крашеную ищете ведь. А она правда Серафима Саровского от смерти спасла? Правда. Алло? Иван, икону надо найти.
Ну, ясный пень. Я вам окажу максимально возможную помощь. Постараюсь держать под контролем следствие. А я что должен делать? Искать икону, Иван. Знать бы еще как. Прежде всего, вспомните всех, кто занимался скупкой икон. Рано или поздно ее туда принесут. Точно. Кстати, дайте список имен и адреса. Через 2 часа. Хорошо. Мальчик мой, ты моя вторая рука. Ганс, я запустил вторую фазу. Когда жизнь подходит к концу, мечты становятся дороже денег. Я всю жизнь мечтал отомстить этой проклятой стране, но не знал как. А теперь знаешь? Знаю. И какие же у кого символы? Для американца это деньги. Для англичанина газон. Для русских это их иконы. А для нас, немцев, Германия превыше всего. Для всех нас. Вот нам Богородица и помогает пищу на стол добывать. Такая птица не взлетит, будет наша. А может, и убережет Божью тварь, отведет стрелу. Стоять, милая. Ну где ты там? Добрыня, иди сюда! Смотри, здесь стояла. Великое благодатное чудо явилось нам. Богородица в день Рождества своего не спаслала нам икону, как покров и защиту. Это знак Божий нам свыше, душам нашим очищений. Пресвятая Богородица, сбереги нас от злого врага и даруй мир отчизне нашей. Клянусь, Господи, помоги. Перед образом святым клянусь. Вот на этом самом месте, всей дружиной, поставим часовню во имя святого образа. Yeah.
Хам церковь не горит. Курбан, я отрежу твой язык вместе с твоей пустой головой. Иди и сожги ее. Это Божья Матерь, чужеземец. И никакая сила не заставит отказаться нас от нашей веры. Я сожгу вашу церковь и развею пепел по ветру. И он смешается с пеплом, который останется от вашего племени. Мы сгорим, но вера останется. Заткнись, шайтан. Я не шайтан и не колдун. Колдовство греховно, а церковь нашу защищает икона. И сила в ней, а царицы небесной. Сила неиссякаемая и чудотворная. И ничего у тебя не получится. Нет ничего сильнее моего меча. Это и есть ваша икона? Поджигайте. Чудесное обретение ужина не произошло. Ты кто такой? Спокойно, Хасан. Мои люди договорились с твоей охраной. Я хочу договориться с тобой. О чем, неведомый Витязь? Зови меня сэр. Ого. Ладно, сэр. Говори, чего надо. Да все просто. Ты заряжаешь своих и не своих бандитов. Я плачу большие деньги. Какое дело? Да простое. Тащите иконы откуда сможете. Я их принимаю. Твои эксперты назначают цену. Сколько же тебе нужно? Сколько принесете, все приму. Дурное дело меня тянешь, сэр. Большие деньги не пахнут. Так-то оно так. Подумать надо. Даю тебе 2 дня. Потом ищу другого. Надумаешь? Кнопку нажми, поговорим. Здравствуйте, отец Сергий. Спаси, Господи. Имею к вам вопрос. Слушаю. Вот у вас здесь отмечено, когда кто убыл, когда кто прибыл. А куда убыл? Нигде у вас не отмечается? Нет, майор. О том, куда человек пошел, только Господь Бог ведает. Понятно. Ну хорошо, вы про них что-нибудь рассказать можете? Какие-нибудь особенности, приметы? Приметы? Ну да. Ну какой был человек? Худой, тонкий, толстый, косой, кривой? Я не знаю, шрам какой-нибудь особенный? Может, он левша был? Ну что-нибудь. Значит, она тебя выбрала. Кто? Икона тебя выбрала. Меня руководство выбрало. Вот это вот, что такое? Вы бумажку уберите, майор, я вам без нее скажу. После кражи исчез у нас один работник. Запись включил? Идет запись. С тех пор больше не появлялся. Симонян его фамилия. Так что ж вы сразу-то не сказали? У нас здесь не армия. Вечерних поверок не проводим. Понятно. Как он выглядел? Да как? Обыкновенно. Среднего роста, лет 40. Пришел ко мне за 2 недели до кражи. Сказал, что сына похоронил. И хочет потрудиться, Ваня, бесплатно на благо храма. Угу. Нос у него еще такой выдающийся. Типично национальный. Не густо. Да вы не волнуйтесь. Ничего с иконой не сделается. Она и в огне не горит, и в воде не тонет.
Я уж наслышан. Вот если бы она еще каким-то чудесным образом сама бы проявилась. Проявится. Главное, чтобы в душе вера была. Вы крещены? Да. Но когда последний раз в храме был, честно сказать, не помню. А это не важно. С крещением в человека свет Божий входит. А уж загорится он в нем или нет, то от самого человека зависит. Ну, спасибо и на этом. Да, вы об одежде спрашивали. Так вот, Симонян незадолго до кражи себе красные кроссовки купил. И еще, если это вам поможет, он всегда в бейсболке ходил. Спасибо. Благослови вас Господь. Главное, веруйте. А икона сама поможет. Степа. Да, привет. Это я, привет. Ну-ка взгляни. Пришли какие-нибудь ответы на мои запросы? Да, вот, все тут лежат. Нет ли там что-нибудь на Симоняна? Сейчас, погоди одну секундочку. Да, есть. Да какой интересный. Читай. Симонян Владимир Иванович, 1955 года рождения. Судим за кражу, отсидел. Проживает с семьей в Смоленске. Фотография есть? Есть. Отлично. Степа, значит так, Николаев берет на себя вокзал, а ты автовокзал и аэропорт. Ну а почему опять Николаеву один вокзал, а мне опять два места? Ну что, мне разорваться пополам, что ли? Ну ладно, ладно, не ворчи. Ну что, ладно, 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 ладно. О, здорово. Здорово, Коль. Привет. Здорово, мужики. Здорово. Здорово. Ну, хорошо, принято. Сань, здорово. Как оно? Здорово. Привет, присаживайся. Здорово. Ну что, есть что-нибудь полезное? Вот нашли запись с той ночи. Один подозрительный тип ошивался. Так. Этот? А бог его знает. Ни лица не примет. Видишь, его толком никто не запомнил. Пытался сесть без билета. Но курские проводницы даже танк не пропустят. Это точно. Не пройдешь и не проедешь. Ладно, Никит, я рванул. У меня просто время. Пожалуйста, скинь мне все это на ящик, ладно? Добро, хорошо. Все, давай. Счастливо. Даже интересно. Привет. Здравствуйте. Здрасте. О, Ань, привет. Привет. Только что получили ответ из Москвы по поводу нашего запроса насчет пальчиков. Даже нашли его личную дактилоскопическую карту. Только не Симонян он, а Арутян Жора Арамович, 64-го года рождения, родился в Грузии, кличка, соответственно, грузин, профессиональный мошенник с высшим техническим образованием и красным дипломом, знает несколько языков, разыскивается у УВД Витебской области Белоруссии за побег из колонии в 98-м году, где отбывал 8 лет захищения. Как? Ура, ура, ура! Да здравствуют эксперты всех стран и континентов! Муа! Пойдем к Калаеву. Пошли. Саша, ну ты молодец. Обрати внимание, кстати. Однако дурак ты, Ваня. Это как Джоконду продать. Захочет-то каждый, да никто не возьмет. Да что ты? Нет, мой липкий казинок, я твою сладкую натуру знаю. Ты кремлевские звезды толкнуть смог бы.
Это у тебя заказчик есть. А мне что, объявление в газету давать, что ли? Мол, тот, у кого 5 миллионов, приходите по этому адресу. Нет ее у меня. А твои скупщики? Не, я их предупредил. Мамой клянусь, сразу сообщат. Смотри, не сообщат, убью. Рано или поздно воришка к твоим скупщикам явится. А если не явится? Если, например, под поезд попадет? Поезда – самый безопасный транспорт. А вот это самый безотказный транспорт на тот свет. Ты меня понял, Хасанчик? Ладно, если все так пойдет, он будет ходить по кругу, а он небольшой, так что ты об этом узнаешь. А вот если я об этом не узнаю... Так что прояви активность, потому что веры у меня пока к тебе никакой нет, а ты меня знаешь. Ну, Пуля, погоди. Не я так твой бог тебе транспорт в могилу приготовит. Сэр, я согласен. Алло, Андрей. Привет, Хасан. Мне Пуля надоел. Ты что-нибудь сделать можешь? А что с ним сделаешь? Он же отмороженный. Так что, мне других искать, что ли? Да нет, разберемся. Походи пока с охраной. Хорошо, с охраной я согласен. Но Пуля не должен мне мешать жить. И что же получается, господа сыщики? Отец Сергий в вашем Симоняне своего не опознал. Настоящий Симонян проживает в Смоленске с семьей, действительно сидел, но уже давно в завязке. В последнее время из Смоленска он никуда не выезжал. Адреса вашего лже-Симоняна в природе не существует. И что? Всю агентуру на ноги поставили. Фотографии нет. Адреса нет. Жулики зуб дают, что ничего не слышали. Знали бы сами. Никаких зацепок нет. Обещали сообщить, если что надо будет. Здорово. Гения. Если вор был один, нужно искать пути отхода и канал избыта краденого. Не каждый барыга за такую работу возьмется. Авторитеты, к примеру, на такую икону и сами руки не поднимут, и другим оторвут. Так что у него будут проблемы, и где-то он обязательно проявится. Проблемы, Калаев, пока у нас проявятся. А если он не один, если это преступная группа? А? Вот она, пресса. Уже началось. Мне опять звонил министр. Что прикажете ему отвечать? ГИБДД шерстит всех. Гостиницы, аэропорты, вокзалы, все под контролем. Мы проверяем записи видеонаблюдения, таксистов опрашиваем. Но не мог же он сам идти, пешком. А если он уехал на своей машине, что тогда? Ищи ветра в поле. Надо ждать. Может, что и выскочит. Выскочит? Ты хоть представляешь, сколько надо ждать? Сколько человек попадает под эти приметы? И за что нам зацепиться? За выдающийся нос под бейсболкой, красные кроссовки и... Может, доску под мышкой? Нет у нас времени ждать. Михаил, реши, кто с Корн летит в Ереван. И действуйте. Есть. Коля, здравствуй. Привет, Миш. Калаев беспокоит. Ага. Завтра утром поедешь в аэропорт, встретишь Ивасюка вместе с Корн. Понял. Иволгину возьмешь с собой. Да не вопрос. О! Прибыли. А вы не знаете, что мы их встречаем? Не. Хочешь сделать им сюрприз? Просто хочу побыстрее получить информацию. И все. Ну вы даете. А что, отлично выглядишь? Обновки, подарки друзей. Гламурненько. Здравствуйте. Здорово. Приездом. Спасибо. Привет. Привет. Ну, как съездили? Замечательно. Степан произвел впечатление. На тебя? На фигурантов. На маму Жорика и особенно на подлинного Симоняна. Ребят, какие же вы молодцы. Да.
Слушайте, давайте в кафе. Умираем от жажды. В самолете дали только какой-то маленький стаканчик сока и крохотную чашку чая. Давайте. Воды им жалко. Садисты воздушные. Сволочи они! Пошли! Пошли! Минералочку возьмите, пожалуйста. Спасибо. Ну ты смотри, набрал так набрал. Что, я же тебе говорю, пить хочу. Может, все-таки по шампанскому? Я тебе дам шампанское, садись давай. Пузыри будешь пускать, когда дело сделаем. Ну вот. В общем, Степа сумел обаять маму Жорика. Да ладно. Ну это правильно. Портрет сынка показывали? Показывали. Признала. Да, долго расхваливала Жорика. Даже неудобно было как-то огорчать. Да. Пришлось. Но это понятно. Рассказали все как есть. Правда, не сказали, какая икона. Женщина оказалась верующая, строгая. Осудила сынка за святотатство. И, в общем, дала Степе 3 адреса его друзей. В Москве и в Подмосковье. Да ты что? Вот это отлично. Так, а что теперь делать-то? Ну, еще непонятно, он ли. Миша докладывает. Будем работать. Угу. И еще раз получим веселые деньки. Так, ладно. Для начала нам надо поблагодарить всех симонянов за то, что сузили круг поиска. А во-вторых, пробивать все эти адреса по Москве и Подмосковью, да? Как шеф решит. Точно. Посмотрим. Давай. Давай. Мы все-таки... Отставить. Вот, смотри, есть еще. Да! Можно? Привет, Сань. О, профессор, заходи. Николай Николаевич, ну что, все сходится? Все сходится или все сходятся? Вот схема. Угу. Все сходятся вот здесь. Ты можешь мне мозг не выносить, а просто пальцем показать? Ну, хорошо. Значит так, мои источники... Не пересохли! Работаю. Ну, хватит, короче. Значит, место сбора этих воришек, которые по сельским церквям иконами промышляют. В Советском районе? Ну, дальше. Только, Николаевич, у меня условия. Адресок дам, если возьмете меня на реализацию. Вот слушай, скажи мне, у тебя билет до Смоленска куплен? Да. Ну так и уезжай, что ты? Там дел по горло. Ведь Виктор Николаевич у нас серчать будет, правильно, да? Ну вот. Он как говорит? Закончил одно дело, немедля принимайся за другое. Правильно? Вот. Как говорится, ответ был предопределен. Ну ладно, записывай. На. Я, что ли? У тебя почерк красивый. Да. Работаем. Работаем. Да. А можно не сегодня? А, прости, не узнал. Давай не сегодня. Я позвоню. Гоблин, внутрь! Все не прикрой. Пакуем. Можно? Входите. Давай сюда. Опять не то. Стой, дура! Руки за голову! Упал на пол! Курта! Да. Да. Везите. Да. Действуйте. Готовы. Мужики, команде. Давай, давай.
все нормально. Пойдем уже сейчас. Так, мы же внимание, он вооружен, он не гранатой. Пошел! Давай! Сева! Вылезай! Ну! Давай, разрешите, товарищ генерал? Да заходи. Сбил, а? Давай, до кучи все. Кучу все складывай. Опа! Это тоже сюда. Давай сюда. Я в задачу взял. Там еще парочки такие. Сюда, да. Нет. Среди всего того, что мы видели, ее нет. Есть несколько старинных и ценных икон. Три, похоже, на 18 век, ну, может, начало 19-го. Несколько, чтобы понять, надо реставрировать. Много интересного, но Курской коренной среди них нет. Ну что ж, спасибо. Вам спасибо. Все свободны. Ну что, может, по рюмашечке, а? Да ну, я спать устал. Может, подвезти? Я на машине. Нет. Давай. Я пешком пройдусь. А вы? А, нет, спасибо, я тут тоже недалеко. Да? Ну, пойдем. Тогда ладно. Ну, счастливо. Пока. Пойдем. Вам куда? Мне на Заречную. А мне на Казацкую. Это совсем рядом. Опять этот джип здесь стоит. Неужели Москва нами заинтересовалась? Что? Джип с московскими ФСБшными номерами. Здравствуй. Здорово. Я сейчас пойду пройдусь, а вы подождите, пожалуйста. Закурить не будет? Нет, не курю. Извините. Да, интересный тип. Устали? Хорошая погода. Давайте я вас провожу. Ну, пойдемте. С вами товарищ майор Надежный. Нужно будет генералу сказать. Тут он обрадуется. Чему? Ну, как чему? А, ну так ведь коллеги, как-никак. А, понятно. А вы вообще как к нам попали? А меня дед по наследству передал. Это как? Ну, он раньше у вас экспертом по иконам был. Ой, дед у меня человек замечательный. Они с вашим генералом 1000 лет знакомы. А неужели вы с ним ни разу не встречались? Увы, икона не мой профиль. А меня дедушка к своей работе привлекал еще, когда я в МГУ на эстфаке училась. То есть вы у нас опер со стажем? Ну, можно и так сказать. А вообще я в администрации области работаю, а параллельно диссертацию пишу. И тема диссертации? Реализм и символика древнерусской иконописи. Симпатяшка. Икона никому не прощала пренебрежительного к ней отношения. То есть? Ну, вот, например, князь Рыльский, Василий Шемяка, повелел однажды перенести ее в Рыльск. Так. А сам навстречу к ней не вышел. И в тот же день ослеп. И как же он потом? Ну, молился усердно перед иконой, каялся. Вот она ему зрение и вернула. Ну, вот мы уже и пришли. Так вы здесь живете? Может, чаю? С дедушкой познакомлю. 7 часов утра. Ну, он у меня птица ранняя. Извините. Да, Калаев.
Угу. Я понял. Сейчас приеду. Извините, но сегодня не получится. У меня племяш тяжело болен. Ему стало хуже. Нужно срочно в больницу. Да, конечно. До областной больницы. Садись. Нашел икону. Ты обещал взять откуп. Мне сейчас не дадут. Господи. Он умирает, а я ничего не могу сделать. Я ее найду. Я обещаю тебе. Да. Все-таки повезло тебе, Калаев, что линейная служба РЖД твоего Симоняна вычислила. Да уж. Повезло так повезло. Если бы не его красные кроссовки, шиш бы проводники запомнили, что он в Орле вышел. На все воля Божья. Кстати, в Орле вас дожидаются местные оперативники. Отправитесь вместе с ними к одному большому любителю церковных ценностей по кличке Рэпа. Товарищ генерал, а почему именно Рэпа? Потому что он все знает про краденые иконы. У него за спиной 15 лет колонии строгого режима. Захищение предметов, имеющих особую ценность. Грабил провинциальные музеи. Картины, иконы, вазы, ну, все подряд. Кстати, теперь он почтенный бизнесмен. Иван Сидорович Репин. Хм. Наш клиент. Не исключено. Так может, он и есть заказчик? Да нет, вряд ли. Уж он-то должен знать, что такое икона знамения. Гениальные сыщики, я хотел вас предупредить. Сейчас по стране целая волна хищения икон. Метут все подряд. Ничего святого у людей не осталось. Всюду деньги, деньги, деньги. Да, деньги. Так что поторопитесь. По коням и вперед. Да, эксперт Иволгина отправится с вами, Мария. Пошли. Аня, Калаев-то едет вообще? Ну, а как же? Понятно. Привет, девчонки. Привет, Коль. Не переживай, мы оба к вам попозже подъедем. Ну что, где Степа? А кто его знает? Здорово! Привет. Здорово. 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 Здрасте. Здрасте. А что так долго-то? Ну, знаешь ли, долго. Нормально. Фу. Вот дырявая башка, а? Что такое? Я поднимусь наверх. Я сало забыл. Я быстро. Ты башку свою заделал. Давай, Николай, удачи. Давай. До свидания. Счастливо. Счастливо, Саш. Сало? Поехали. Ань, мы вас ждем. Ну ладно, давай. Ты же не хохол. Пока. Через 2 часа мы выезжаем. Ждите. Хасан, как жизнь? Сидорович, ты что ли? Узнал. Здорово, Репа. Здорово. Я слыхал, у вас там шухер большой. Менты икону ищут. Ай, дорогой, не говори. Слышать об этом не хочу. Все менты ж менты на уши встали. Вчера такой шмон... Номер определил. Сколько людей погорело.
И вот что я тебе скажу о дружбе. Слушай. Эту икону не только менты ищут. Понял. Ну, удачи тебе, Хасан. Хорошо. Звони, шеф. Да, слушаю. Сэр, Хасану звонил репа из Орва. Алло? Алло, слушаешь меня? К Хасану пришла информация от репы. Твоя задача выяснить, кто это и где они находятся. Вот гнида. Да, и главное, Хасан не должен нам мешать. Ты меня понял? С удовольствием. Ваня, за что? Адрес репы. Раз. Какого репы? Два. В Орле он живет, в доме за городом. Клянусь, я не знаю адреса. Зовут Репин Иван Сидорович. Три. Вас тут друзья дожидаются. Спасибо. О, здорово, мужики. Здорово, дядь Коль. Клиент нас уже заждался. Заждался? Это хорошо. Ты мне скажи, на что там? Может тусить? Может такое быть. Давай заодно проверим. Давайте, вы за нами. Добро. Только это у меня просьба будет. По дороге остановиться? Угу. Гостиницу какую-нибудь подешевле, естественно. Наш завпост нам номера закажет. Ладно, мужики, все, мы за вами. Ладно. Репа, слушай меня внимательно. Я оперуполномоченный из Курска. Башку свою опусти. Мне нужно знать, где Симонян. Да я эту суку сам ищу. Он меня на бабло кинул. Найду, в белорусских болотах утоплю. Ты своей башкой подумай. На нем труп висит. А, не гони, опер. Симон на мокруху никогда не пойдет. Он игрок и кидава. Я сейчас банный комплекс строю, он меня на дешевый стройматериал развел. Так что в пролете вы, ребята, тут мы союзники. А может, в баньку, чтобы не зря приехали, а? Телок подгоним. Неужели ты думаешь, падла, что я с тобой когда-нибудь в одну баню пойду? Или одной водой мыться буду? У нас с тобой дороги разные, и ковши тоже, понял? Да. Почему в болотах? Он там срок мотал. Понятно. Отпускайте. Седой браслет и уходим. Ребят, ну что там? Да ничего. Спасибо. Мужики, спасибо, давайте. Прошу. Сэр, это я. Мои люди нашли икону. Что мне с ним делать? Как что? Иконы красть?
Нехорошо. Бог им судья. Хорошо. Все? Уехали? Уехали. Ну и нюх у тебя на ментов. Нахрен мне надо такое счастье из-под одеяла? Мне 40 лет, я 15 лет на зоне. У меня соловьи поют на фазенде, у меня все хорошо. Слушай сюда. Мой водила отвезет тебя в столицу, чтобы после этого я тебя не видел и не слышал. Понял? Понял, понял. Да, где эта старинная икона? Чё, она? Она. Объект подтверждаю, могу работать. Давай. Объект убрать. Николай, ты где? В отделе уже. Командировочный оформляю. Понял. А остальные где? В гостинице. В гостинице? Да, в Комете. Угу. Значит так, слушай. Я подожду, пока наружка не приедет, а потом буду. Лады, а я к своей подружке. Давай. Привет, а где ребята? А, один в управлении, а второй остался какую-то наружку дождаться. Понятно. Ну, пошли. Свет, я спросить хотела. А ты чего развелась? Ань, тебе скажу. Я детей не могу иметь. Я уже стольких врачей обошла. Прости. Да, никто не виноват. Судьба. Аня, а как ты думаешь, Калаев уже вернулся? Вряд ли. И Васюк бы уже позвонил. Так тихо, даже как-то. Не верится, что кто-то сейчас на задании. Ты о Калаеве? Ну да. Правильно думаешь. Он каждую минуту на задании. Знаешь, я иногда думаю, что он вообще не ест и не спит. А только бандитов ловит и операции планирует. Как будто мир спасти хочет. Повезло миру. Миру-то? Миру-то, конечно, повезло. А вот ему? В смысле? Банальная ментовская история. Пока чужое добро искал, свое потерял. Не понимаю.
Жена от него ушла. Ну а так миру, конечно, повезло. Но должны же быть настоящие мужчины. Но не все же нам свои хрупкие плечики подставлять. Так, сюда нельзя. Что случилось? Здание заминировано, сапер. Я пройду. Что происходит? Здрасте. Да бомбу нашли. Где бомба? На полу, у стола. Подержи, давай. В каком номере Ивасюка поселили? 1606, а что? Отбой тревоги. Это сало. Какое сало? Курское. У меня чуть инфаркт не случился. Иду! Да иду, иду! Ну хватит рабань-то уже! Что-то случилось? Штаны надень. Твоя бомба. 61. Это не бомба, это сало. А чего ты к нему телефон прикрутил? Чтобы не забыть. Телефон или сало? Ну какая разница? Ну сало, телефон, ну... У нормального человека должно быть 3 телефона. Один для начальника. Второй для семьи, а третий... А третий, чтобы сало к нему прикручивать. Ну да. Может, по сальцу, а? Самый раз. О, здорово. Мишаня, здорово. Ну так, давай, сядь, так. Давай. Я вижу, вы уже расположились. Наливай. А я могу сало поесть ну, пока. Ну, наконец-то. Садись. Чё как долго-то, а? Ой. Миш. Ты тут такое пропустил. И Васюк нам целое шоу устроил. Бригада саперов. Оцепление. Гостиницу эвакуируют. А он лежит в номере, спит и о сале мечтает. Мечтаешь о сале, Ивасюк? Чего это она, Миш? Да твое сало телефонизированное. За бомбу приняли. Да ладно? Вот тебе и ладно. Софья Петровна уже место себе на кладбище заказывала. Ничего себе, ну и что? Что-что? Мы его героически разминировали. Ну и слава богу, значит, никто не помер. Кроме Репы. То есть? В смысле? Вы к себе, в номер? Ну да, конечно. Жаль. Почему? Вы к себе, я к себе. Ну, а как по-другому? Скажите, вы не замужем? А разве вас это остановило бы? Светлан, я, может быть, что-то не то... Михаил. Я вам так скажу. Вы мне очень нравитесь. Но... Спокойной ночи, майор. Привет, ребята. Привет, Миш. Здрасте. Доброе утро. Светлан, вы извините меня. Я вам вчера лишнего не говорил. Шеф-то странный какой-то. Ну,
На самом деле, это вы меня извините. Я была не права. Ну, что ты стоишь там, как вкопанный? Садись уже, ешь давай. Привет. Здорово, Жень. Ну что? Ну, вот. Держи. А, вот он, красавец. Держи. Так. Арутюнян Жора Арамович. 64-го года рождения. Профессиональный кидало с высшим образованием. Артистичен, легко входит в доверие. Азартен и склонен к азартным играм. Разыскивается УВД Витебской области Беларуси за побег из колонии в 98-м году, где отбывал 8 лет за хищение. Ну вот и познакомились. Машину нашли? Нашли. Брошенной. План перехват ничего не дал. Угу. Ну а что, труп убиенного паровозом опознали? Опознали. Личность в своем роде выдающаяся. Ваня Пуля, Иван Денисович Потакайло, профессиональный киллер. Обслуживал преступные группировки, потом в свое время ушел на вольные хлеба, был в розыске. В общем, как-то так. Интересно, девки пляшут. Ну, а что водитель репы? Водитель должен был отвезти гостя в Москву. Кстати, он опознал этого Жору. Если не хотите, чтобы ваша икона превратилась в дрова, можете выкупить ее по нашей цене. Послушай, сынник, эту икону нельзя трогать лихими руками. Она накажет. Возврати ее и покайся. А я буду просить, чтоб тебя не преследовали. Слышишь? Алло. Да. Спасибо. Да. Всего хорошего. Ну, джип твой, Калаев, я пробил. Номера такие действительно есть, только у нас он никак не мог быть. Машина находится в гараже ФСБ. Уже второй месяц дожидается ремонта после аварии. И репу убили в тот же день, после того, как мы к нему наведывались. Товарищ генерал, похоже, кто-то за нами прямо по пятам идет. Ну, теперь это уже очевидно. И труп под колесами поезда с киллерским арсеналом, и джип с чужими номерами. Явно кто-то охотится за Лжесимоняном. То есть... Арутяном. Арутян. Им икона нужна, это ясно. А этот Арутян, он им все карты спутал. Mm-hmm. И нам тоже. Очень может быть. Сейчас пошла игра на опережение. Противник у нас серьезный. Он про нас много чего знает. А мы его еще даже не нащупали. И радует одно, что Арутян... в Москве, и икона пока у него. Угу. Адреса тоже давно известно. Он звонил батюшке. С московского телефона мы отследили. Предлагал купить у него икону. Вот дает. И? Ну, а батюшка предложил ему покаяться. Вот блаженный, а. Да уж, святая простота. Так что, ребятушки, собирайтесь в Москву. Необходимо проверить данные, привезенные из Еревана, поадресно. И надо хорошенько пошерстить всех скупщиков краденого, столичных. Ну и будьте готовы к сюрпризам. Всякое может. Ну, где этот? Соломан. Миш, спокойно. Время еще есть. Но билет-то у него, я думаю, вдруг он заблудился. Найдется. Кстати, твоей Иволгиной тоже пока нет. Ну, за нее-то я не волнуюсь, она Москву знает. А почему это моей? А потому что. Запал на бабу? Да? Да. Запал. А ты никак ревнуешь? Я? Вот еще. Моя любовь давно засохла. Я с тобой только дружу. О, я с тобой тоже.
Ой, ой, ой. Тром-тром-тром. А вот скажи мне, ты зачем Степку по театрам таскаешь? Он ведь туда ходит только ради тебя, и ему это искусство большое. Да фени. Ничего, пусть образовывается. Глядишь, и мне понравится. Ох, женщины, коварство ваше имя. Кысь-кысь. Легок на помине. Ну, и где ты пропадал? Ребята, одну из наших икон нашли. Да ты что? Да. Какую? Нашу? Не знаю, какую. Какие-то два придурка пытались ее сбагрить в ломбарде. Их по нашей ориентировке и взяли. А чего ты не позвонил-то? Ну, телефон забыл. К Салу примотал. У тебя же 3 телефона должно быть. Ну откуда у бедного оперативника 3 телефона? А говорил справный хохол. Вот и верь вам, мужикам, так, после этого. Други мои, театр без меня. Я в управлении. Я с тобой. Хорошо. Подождите, я тоже с вами. Куда вы? Нет. Ты стоишь и ждешь Иволгину. Да, Степочка, ты, пожалуйста, дождись Иволгину. Ну а там кто знает. Может быть, мы еще успеем сегодня в театр. Хорошо, хорошо, давайте. Театр там. Пошли. Давайте. Всегда вот так. Ну давай, давай, рассказывай. Ну, мужик подарил. Лысый. Лысый. Ленин. Без примет. Никакой. Никакой. Слово еще есть такое. Незрячий. Значит, мужик, говоришь, да? Че, прям подошел? Незрячий, лысый, прям Ленин. Отдал тебе все и пошел, да? Перекрестил и благословил еще, наверное, напоследок, типа того. Да? Слышишь ты, мармонетка недорезанная, кого-то таких, как ты, моя любимая профессия, понял? Че ты сейчас? Сидишь тут передо мной. Вы уже один хрен попались, давай колись! Слышь, Колян, фраеров наказывать надо. По-любому, давай! Мы в картишки играли. Так. Хотел обуть краплеными. Но? Икону отдал, чтобы откупиться, чтоб не наказывали. Этот? Кажется, он. Кажется, или он? Ну, он. Это уже другой базар. Привет, девчонки. Привет, привет, Коль. Подожди, сейчас, секунду. Аня, вот этих двух одинаковых забирай к себе в кабинет на допрос. В коридоре подождите меня. Коль, ну давай, показывай, мы все в нетерпении уже. Да вот она, на столе лежит. Ну ты сам разобраться не мог? Мог. А зачем? Ивусюка, значит, в театре оставили. Аня. А мне в конце дня этих двух бандюков сплавили. Ладно, спасибо. Не переживай, ну чисто из человеческих соображений. Коль, ну может ты оформишь все за меня? Ну ради глаз твоих только. Ну, я пойду? Давай, приятного вечера. С меня причитается. Угу. Свет, ну, как иконы? Очень хорошие иконы, ценные, 18 век, но не знамени. Миш, ну я в театр еще успеваю. С Колей я договорилась, он все запротоколирует. Ну беги, беги и смотри, чтобы Васюк не заснул. Слушай, мне нужно срочно писать план завтрашней операции, а тебе заполнить вот эту бумагу. А потом, если ты не против, сходим в кафе. Здорово. Здравствуй. Сходим. А что это за бумага? Это акт осмотра экспертом вещественного доказательства. Миш, ну как ты можешь называть икону вещественным доказательством? Светочка, не я. Это закон так называет. А в Курск нам ее отдадут? Я ее оформлю на себя и отвезем ее в Курск. А знамение? Ее еще найти надо. Миш, ты найдешь. Вот ты найдешь. Я это точно знаю. Я постараюсь. Все, встречаемся в холле. Угу. Здравствуйте. Здоров, лейтенант. Ну, что здесь? Ребята, в нашем поселке я каждую собаку знаю, а каждая собака знает меня. При встрече лапу подает, да? Ты бы еще сказал, на лапу дает. Ха,
Ребята, это обычная армянская семья. Ага. Мелкие торгаши. Если бы у них кто-то проживал чужой, то Михалыч, то бишь я, об этом бы уже знал. Вот что, Михалыч, слушай меня внимательно. Ты должен зайти к ним, позвонить в дверь, вытащить их при любых обстоятельствах, понял? Просто гениально. Водой заливают, а у соседей потолок сухой. Не льет. А вот у мента скорее крыша потекла. Ребят, мне здесь еще работать. Работает хорошо. Ладно, пойдемте. Регистрацию еще раз проверю. Регистрация тоже вариант. Наши. Здорово, мужики. Привет. Здорово. Ага. Привет. Ну че, начали? Давай, давай, ты вперед иди. Налево. Ашот Миранович, это участковый Александр Михайлович. Здравствуйте. Здравствуйте. А что хотели? Сущая формальность. Надо проверить регистрацию. Вы же уже проверяли на прошлой неделе, на этой неделе. Сколько можно? Ашот, нам придется выломать дверь. Не открою я вам ничего. Сколько можно проверять уже эти регистрации, Здрасте, граждане, мы из Курска. Как вы не вовремя? Да ладно, мы всегда вовремя. Ага. Это он? Давай посмотрим. Не он. Давай. Ох, старлей, если б ты знал, где мы их только не искали. Даже в Ереване. Вот теперь и в Москве. Замечательно. Вы ж мне, падлы, по ночам сниться стали. Пойдем-ка, Ара, на кухню поговорим. А то я вижу, ты людей стесняешься. Не трепыхайся. Не рыпайся. А ты пошли, покажешь мне хозяина квартиры. Хорошо, пошли. Иду. Смотри за этими. Давай. Стёп. Да. Позвони москвичам, пусть пробьют этот салон. Хозяев его. Не трепыхайся. Алло, Саня. Саня, привет. Это Стёпа, Курск. Сань, выручайте, слушай. Пробейте, пожалуйста, человечка. Хозяин салона на Арбате, Золотой век. Имя и телефон. Да, все, спасибо. Пока. Пошли. И это, давай Мише перезвони. Да, сейчас наберу, да. Ага. Ключи. Давай. Миш, привет. Здорово. Мы взяли подельника Симоняна. Молодцы, чего говорит? Адресочек дал в Москве. Салон на Арбате, Золотой век. Ага. Так, вези его на Петровку. Ага. Пусть Коля с ним занимается, записывай, а сам ко мне. Весь разговор. Все, понял. Везем в отделение, сдаем. А дальше куда? Королев, улица Онегина, дом 6. Вход со двора. Все, понял, еду. Набирай, шеф. Давай быстрей. Да, да, пока. Угу. Сэр, ну что, икона, поехали? Скорее всего, в салоне 21 век, на Арбате. Штурм! Готово, первый пошел. Вход прикройте. О, Стёп, здорово. Ну, здорово. Вот, полюбуйся. Ой, красавчик. Ну, а у тебя как? Задержали его друга. Сказал, что сдавали в Золотой век. И этот подтвердил то же самое. Едем туда. Давай. Стёп. Да? Садись за руль. Я? Ага. Да? Задержи джип 879. Понял, сделаю.
Ну что ж ты... Ну я-то что? Что ж ты делаешь, да? Куда ты смотришь? Сиди в машине. Утро не разберемся. Пошли. А ты куда ехал? Дьявол. Мы тут так до утра не разберемся. Ты знак-то видел? Да какой знак? Пошли со мной. Здравствуйте, милиция. Да, слушаю. Мы временно конфискуем ваш автомобиль. Объясни ему, я куда звонить. Я же не тутешний. Давай, вылезайте. Давай, давай, веселей. А ты стой, жди гаишников. Степ, только поезжай осторожнее. Садимся. Ребят, вы куда? Не расстраивайся. Звони в милицию. Ой, блин, жена ушла. Машину забрали. Они ушли на другой машине. Понял. Добрый день. Здравствуйте. Здрасте. А могу я видеть Михаила Моисеевича? А в чем дело? Да ни в чем. Просто у меня с ним запланирована приватная беседа. Мария, позови. Одну минутку. Михаил Моисеевич, к вам пришли. Хорошо, хорошо, я иду. Здравствуйте. Добрый день, Михаил Моисеевич. Я не припомню. Андрей Андреевич, где икона, старик? О чем вы говорите? Я не понимаю. Я говорю о иконе, знамении. Которую ты купил 3 дня назад за 1700 долларов. Я в самом деле ничего не понимаю. Я вам покажу, она в соседнем дворе. Ну что, это здесь? Вон он! Ну что, живой? Так, вызываешь скорую, а ты с нами. Вот она. Thank you.
Кто у нас проснулся? А я, видишь, завтрак готовлю. Завтракать будешь? Миш, вон по телевизору про вас говорят. Ага, про нас. Только, как всегда, без нас. Сотрудники уголовного розыска России и уголовного розыска России. Непредсказуемая страна. Сашенька, посмотри, Саша, ты здоров совсем. Да. Вот это и есть закон, Миша. А вот доказательства. Мишенька, я беременна. Правда? Я же... Потемневшие доски и кон. Все сладилось. Благоматери строгий лик. Не разорвана связь времен. И еще не иссяк родник. Позолотой блестят купола. У восставших из пепла церквей и двуглавого крылья орла.